Всем большой привет, дорогие мои друзья! Сегодня я предлагаю приготовить ужин ресторанного уровня, который мы приготовим дома очень быстро и просто. Для начала подготовим ингредиенты. У меня одно куриное филе весом 350 граммов, и его нужно нарезать на такие вот ломтики. 3 зубчика чеснока мелко измельчаем. Очень мелко нарезаем одну луковицу. Чем мельче мы ее нарежем, тем лучше она разойдется в готовом соусе. Также нарезаем 200 грамм шампиньонов. На разогретую сковородку отправляем немного сливочного и растительного масла и перекладываем сюда куриную грудку. Солим, перчим и солим по вкусу. Обжариваем филе 5 минут до румяной корочки. Курочка вот так вот подрумянилась, и мы перекладываем ее на тарелку. На сковородку теперь отправляем лук и обжариваем его приблизительно 3 минуты до мягкости. Хорошо прогреваем сковородку и отправляем сюда шампиньоны. Нам нужно, чтобы они жарились, а не тушились, поэтому обжариваем на сильном огне. Добавляем чеснок и обжариваем еще минуту. Заливаем сюда 400 грамм сливок жирностью 10%. Перемешиваем. Даем нашему соусу протониться 10-15 минут на умеренном огне до загустения, а тем временем отварим 200 грамм макаронов в подсоленной воде согласно инструкции на упаковке. Вот у меня получился такой соус, он немного загустел, варился у меня 15 минут, вы же ориентируйтесь по состоянию своего соуса. Я добавила щепотку мускатного ореха, также нужно посолить по вкусу и поперчить. Теперь отправляем сюда нашу курочку. Добавляем сюда отваренные макароны, все хорошенько перемешиваем. Немножко добавляю петрушки и хорошенько теперь перемешиваем. Посмотрите, какое оно получается кремовое. Я переложила в емкость побольше, чтобы было удобнее перемешивать. Ну и теперь давайте пробовать. Как же это вкусно! Вот это сливочный соус с грибами, с лучком и с куриным филе, это просто что-то невероятно вкусное. Я очень советую вам приготовить, я уверена, что вам понравится. Я же прощаюсь с вами на этом. Всем пока, до новых вкусных рецептов!